Мини-кофеварка без капучинатора для тех, кто любит капсульные эспрессо. В этом видео мы распакуем кофеварку капсульного типа фирмы DeLonghi. Модель Nespresso Essenza EN85.L. В фирменной коробке уложена сама кофемашина, резервуар для воды, инструкции и гарантийный талон на 2 года. Кофеварка сделана из пластика. Размеры у нее небольшие – 11 см в длину, 20 в высоту и 32 см в ширину. При этом весит устройство чуть больше 2 кг. Спереди находится устройство подачи кофе и поддон для капель. Сверху отверстие для капсул и кнопки выбора кофе – эспрессо или лунга. Сзади расположен резервуар для воды с крышкой. Кофеварка поддерживает только капсулы фирмы Nespresso и позволяет приготовить эспрессо и лунга. Объем бака для воды 600 мл. Хватит на 2-3 средних чашки. Капучинатор здесь не предусмотрен. Управление кофеваркой интуитивно понятное. Достаточно залить воду, установить капсулу и выбрать напиток. В контейнер вмещается до 6 капсул. Заметим, что у этой кофемашины есть функция экономии энергии и функция автоматического отключения, которая срабатывает через 9 минут после завершения активности. Чистить от накипи кофемашину несложно, но для этого понадобится специальное средство для удаления накипи от компании Nespresso, которое приобретается отдельно. Что в итоге? Nespresso Essenza EN85L от DeLonghi – это удобная и компактная капсульная кофеварка, которая понравится любителям эспрессо и лунга. За раз в ней можно сделать до 3 чашек кофе. При этом не нужно мучиться с настройками, тут всего 2 кнопки управления.